Здравствуйте, меня зовут Эвелина, и с вами программа «Ювелирный гид». Сегодня предлагаю вам поговорить об обручальных и помолвочных кольцах, о подарках на 8 марта и 14 февраля, а также есть для вас небольшой секрет. Расскажу, как получить золотое кольцо абсолютно бесплатно. Классические и оригинальные, тонкие и объемные, с бриллиантовыми вставками и без. Выбор обручальных и помолвочных колец сегодня впечатляет. Многие пары, увидев такое изобилие, теряются и не знают, каким кольцам отдать предпочтение. И тогда на помощь приходят продавцы-консультанты. Они могут не только рассказать о модных веяниях в ювелирном мире, объяснить, какие украшения с легкостью выдержат ежедневную носку, но и помогут подобрать необычные пары обручальных колец. Как правило, люди, которые вступают в брак, хотят парные кольца, одинаковые. Ну, чтобы было понятно, что муж и жена. В таком случае у нас есть парные. Но есть такое поверье, что, ну, вроде бы, как чтобы была гладкая дорога, поэтому выбирают классические гладкие кольца, обручальные, без всяких вставок. Если женщина, девушка хочет колечко со вставкой, тогда мы можем предложить мужчине гладкое кольцо, девушке с камнем. Будет это бриллиант или фианит, выбирать молодоженам. Так же, как и то, будет это белое или красное золото с алмазной огранкой или без. Ассортимент невероятный, определиться непросто, поэтому не бойтесь задавать вопросы, чтобы консультантам в магазине было проще помочь вам с выбором. А на какие у молодоженов все более чаще падает взгляд? Вы знаете, как правило, падает взгляд всегда на более современные модели, но они не всегда подходят. Поэтому, вот вы знаете, при выборе колец надо понять, твое оно или не твое. Если девушка приходит уже со своим помолвочным кольцом, какие варианты вы можете предложить для нее? Если девушка приходит со своим помолвочным кольцом, то, как правило, мы советуем взять гладкое классическое кольцо, не широкое, чтобы сочеталось на ручке красиво, нежно. А вы когда-нибудь задумывались, почему обручальные кольца носят именно на безымянном пальце? Об этом издавна слагали множество легенд, и давайте с вами проверим одну из них. Сложите пальцы, соединив средние. Большие пальцы будут символизировать ваших родителей, указательные – ваши братья и сестры. Мизинцы – это ваши дети, соответственно, безымянный – ваш супруг или супруга. Попробуйте разъединить пальцы по парам. Большие пальцы можно с легкостью разъединить, что символизирует, что родители будут не всегда рядом с вами. Указательные пальцы также легко расходятся. Братья и сестры не всегда будут жить с нами под одной крышей. Мизинцы разъединяются, что означает, дети начнут жить собственной жизнью. Но как бы вы ни хотели, безымянные пальцы разъединить мы не сможем. Это означает, что супругам суждено жить вместе всю жизнь. Какие варианты парных колец вы могли бы предложить? Варианты парных колец представлены у нас как из металла белого золота, так и красного. Вот есть такие варианты парных колец. Классические, с белого золота. Красного золота, комбинированные. В последнее время часто пользуются спросом обручальные кольца из металла белого золота с бриллиантом. На мой взгляд, данный вариант обязательно завоюет сердце любой молодой пары. Согласна с вами полностью. В нашей сети магазинов «Цветные камни» уже четверть века, и каждая свадьба для нас – это праздник. Поэтому у нас уникальная акция действует. Второе обручальное кольцо в подарок. Учитывая, какие расходы приходится нести молодоженам при подготовке к свадьбе, подобную акцию не иначе, как подарком судьбы, не назвать. Кольца – недешевое удовольствие. Поэтому так важно сделать правильный выбор, тем более, что ювелирные украшения выбирают на всю жизнь. Поэтому покупать кольца рекомендуем в вечернее время. Дело в том, что как бы там ни было, но к вечеру наши пальцы хоть немного, но отекают. А выбрав кольца вечером, вы обезопасите себя от того, что в дальнейшем кольцо по вечерам будет жать. К нам близится самый романтичный день в году. Подскажите, мужчины уже начали охоту за украшением для своей любимой или еще нет? Без сомнений.
Если вы хотите быть первыми, пожалуйста, поторопитесь. Мужчины, подходите поближе к экранам телевизоров. Эта информация специально для вас. В честь Дня всех влюбленных, а также 8 марта, предлагаю вам обратить внимание на качественные изделия завода «Соколов». Обратите внимание на данную модель кольца. Стоит она всего 5000 рублей, но выполнена оригинально и изящно. Ювелирные изделия марки «Соколов» пользуются огромным спросом, так как успели зарекомендовать себя как невероятно качественные и оригинальные украшения. На ювелирных стендах представлен широчайший выбор украшений, поэтому подобрать подарок можно абсолютно на любой вкус. А если вы совсем растерялись и даже советы продавцов-консультантов не помогли, вы всегда можете приобрести подарочный сертификат. На сегодня у нас все. Благодарим за помощь в организации съемок сеть ювелирных магазинов «Цветные камни». С вами была программа «Ювелирный гид» и я, ее ведущая Эвелина. До новых встреч!